Здравствуйте! Сегодня я прощаюсь с частью моей коллекции радиол. Связано это с тем, что эти радиолы у меня стоят на полках очень давно, я к ним давно не прикасался и вряд ли прикоснусь в ближайшее время, поскольку мне тяжело стало их поднимать. Ну, я думаю, что я не трогал их примерно с 2005 года. До этого времени все они были исправны, работали. Как сейчас, я не могу сказать. Я решил отдать все эти радиолы моему доброму другу, который тоже собирает всякую рухлядь. В основном это консольные радиолы. У меня еще есть и комплекты ножек для всех из этих радиол, несколько обычных радиол, две телерадиолы и еще различные колонки типа 10МАЗ, 25АС, 35АС, есть комплект колонок Sony. Сейчас все это упаковано и ждет отправки к моему приятелю. В ближайшее время он приедет на склад и все заберет. Сейчас я вам покажу, какие радиолы я ему отдаю. Я не делал фотографии, поэтому я взял фотографии из интернета. Ну и, конечно же, к нему уезжают кое-какие запчасти, которые ему будут полезны. В частности, чейнджеры для радиолы Grundig, а также комплекты ЭПУ от различных радиол. Но, правда, эти комплекты ЭПУ я ему обещал отдать чуть позже, потому что они легкие, занимают немного места, и я планирую сделать короткие обзоры этих электропроигрывающих устройств. Это уже не первый раз, когда я отдаю свои вещи из своей коллекции. Раньше я расстался со всеми бобинами и магнитофонами в разные годы. Ну, это было все достаточно давно. У меня было их очень мало. Был Revox A77. Был у меня два советских магнитофона новые в упаковке. И был у меня еще Akai GX635 в темном цвете, в очень хорошем состоянии. К сожалению, родной фотографии у меня очень не очень хорошие, поэтому я вам тоже покажу фото из интернета. Ну а теперь посмотрите, какие радиолы уезжают к моему приятелю. Так что всему рано или поздно приходит свой конец. Оставил я себе в основном радиолы маленькие, которые я смогу поднять и что-то с ними сделать. Правда, из жадности оставил еще кое-что из тяжелого, типа Минск-55, не знаю зачем, но увидим. Спасибо вам большое, что посмотрели этот ролик. До новых встреч!